Ох, есть! Ох ты, это что-то хорошее! Смотрите, какая красота! Облака закрывают верхнюю стекло. Вот она, красавица какая! А это рыба фугу, так называемый баллон. Друзья, всем привет! Я нахожусь в Турции, Кемер. Сегодня середина ноября. Температура воздуха порядка 25 градусов. Морешко сегодня спокойное. Вода, кстати, в пределах 22 градусов. Купаться можно, но долго не поплаваешь. Но не суть. Я хочу половить на спиннинг с берега. Взял с собой я палочку от Magic Craft BNK. Вот в таком идет жестком тубусе. Travel версия. От 1 до 7 грамма. Все мои характеристики по весу она перекрывает. Я ловлю в среднем шарнир 2-3 грамма, ну и пилькеры до 7 грамм использую. По приманкам, по силикону я заморачиваться особо не стал. Взял с собой то, что у меня есть в арсенале, а это жара Бейтс. Я ее использую по нашей хищной рыбе в России. По моему наблюдению, шайдер и реалик очень хорошо отрабатывают здесь по хищной рыбе вот на Средиземном море. Различные цвета, я думаю, что особо привязываться к цвету нет смысла. Сейчас я соберусь. Катушечка. Катушечку я использую 2500 по шимановской классификации. Шнур намотан, разрывная нагрузка где-то в пределах 2 кг. Опять же скажу, что по данной рыбе с берега этого запаса прочности хватает. Ну и пойдем половим. Так. О, давай-ка попробуем реалик 35. Так, 35-й реалик, в 42-м цвете, и делаем заброс. Еще поклевка была. Вот она. Не засеклась рыбка. Она здесь не крупная, такая приятная рыбка. Давай еще разок. Так, друзья, 1,5 грамма на шарнире. Точнее, шарнир 1,5 грамма. Реалик 35-й. Вот она, рыбка есть. Упс. Рыбка есть. Мы тебя сейчас тоже снимем, подожди, не торопись. Иди давай. Да стой ты, сейчас тебя возьму я и выкину. Вот, молодец, все отлично. Так, друзья, 1,5 грамма, реалик. Рыбка ловится на ближней дистанции, поклевок очень много, приятно. Есть. Ух ты,
Это что-то покрупнее уже, по-моему. Стоять. Мы тебя сюда вытащим. Иди сюда. Так. Иди сюда. О, уже покреплее экземплярчик предыдущего. Стой. Упс. Так, вот. Вот она. Красавица какая. Мы тебя сейчас отпустим. Ух ты, ёпрос, это вот это да. Угу. Вот это потяжка была. Вот это рыбина. Что это там было-то? Да, посмотрим, есть ли там хоть приманка. Так, рыба не засеклась. Так, 3 грамма реалика Jerry Bates. Давай-ка посмотрим еще разок. Ух ты, есть! Есть, есть, есть рыбина. Рыбина есть. Я думаю, это каменный окунь, скорее всего. Красивый каменный окунь, точно. Вот он-то. Красивый каменный окунь. Мы тебя аккуратненько сейчас снимем. Смотрите, какая красота. С синеньким пятнышком. Рыбка очень красивая. Турки говорят, что очень вкусная рыба. Но я думаю, что такую рыбку маленькую неинтересно готовить. Ну, давай, беги, расти. А вот большую я бы хотел поймать. Такую рыбку. Ну что, еще заброс? Посмотрим, что там есть у нас. Есть, есть, есть. Есть рыбина. Сидит. Опять я подозреваю, что это каменный окунь. Вот он-то красавчик. Иди сюда. Давненько я тебя не ловил. Ну-ка стоять. Стоять, стоять, стоять. Так, пальцы в рот тебе пихать не буду. Как московскому окуню. У тебя там 3 ряда зубы стоят. Да? Сейчас я тебя освобожу. Стой. Так, придется тебе взять щипцы, а то как-то неудобно. Эх, ты даже закроил чуть-чуть. Упс. Давай. Вот он, красавчик. Беги, подрастай. Опа. No speak Turkish. По-русски понимаю. Я же на это, на шарик хлеб бросаю, да? Шарик бит. Боюсь, чтоб это... Что-то очень тяжелое что-то. Смотри, на хлеб лову. Да кефаль, наверное. Кефаль не может быть такой. По-русски не приходит. А зацеп, скорее всего, тебе? Да зацеп, скорее всего. Ушел. Тяжелая штука. Я вчера видел, тунец выходил за приманкой. 2 раза у меня. Тунец вот такой здоровый. Есть, из излога. Да и... Бля, что это так было? Друзья, вот разобран пирс. Конец сезона уже. Для многих отелей он уже закрылся, этот сезон.
туристический. Я попробую половить сейчас пирса. Может быть, мне и повезет. Давай попробуем. Ух ты, есть! Ух ты! Есть, есть, есть! Ух, какая поклевка приятная! Ох! Так, и рыбка там вижу, вижу рыбу. Ох, какая рыба приятная. Ух ты, друзья. Это красивая рыба. Правда, я не знаю, как она называется, но рыба красивая очень. О, какая. Дай-ка мы тебя сейчас возьмем. Подожди, подожди. Опс. Вот я тебя держу. Тихо ты, ее просто ты. Ух, какая. Нехорошая прям. Ты, стой. Я же не хочу тебе делать больно, ну, да стой ты. Ты смотри, вся без чешуи останешься сейчас, ну. Я же тебя должен взять в руки. Ну, чтобы тебе это отпустить, ну, что-то я не знаю. Ай, вот я тебя держу крепко, видишь? Крепко держу сейчас. Сейчас тебя сфотографирую. Я отпущу тебя во свояси. Смотри. Стоять. Опс. Есть. Вот, видишь? GoPro, видишь? Стоять. Сейчас тебя отпущу, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас мы тебя отпустим. Стой. Вот. Стой ты. Вот и все. Давай. Пишешь, рыбка? Беги давай. Пускай у тебя. Ну и чё? Да. Ну вот, реалик от жары бейт делает свое дело. Давай еще разочек. Мне понравилась поклевочка была. Очень приятная. Вон там я вижу кефаль. Кушает хлебушек. Не знаю, попробовать туда докинуть. Может быть, вижу как стайку прям. Ух ты! Блядь, нихера себе срезало. Вот это да. Опа, есть, 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 есть. Есть рыбина. Есть. Вот она. Красавица. Какая рыбка. Так. Да, эту рыбину сейчас возьмем щипцами. Да, 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 да. Вот такая рыбка клюет на Средиземном море. Приятная поклевка. Стой! Я упала. Вот ты убежала-то. Сейчас, сейчас, подожди, я тебя сниму. Подожди, отпущу сейчас тебя, да. Подожди, ну, чтобы тебя отпустить, мне нужно понять, где крючок. Тихо, 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 тихо. Я же хочу тебя отпустить. Вот. Все. Беги давай. Ну все. Мирокс от жары бейтс принес мне замечательную рыбку. Давай еще разочек. Так, что-то у нас там запуталось-то все. Так.
Так, еще одна была. Поклевочка. Есть еще одна. О, друзья, а это рыба фугу. Так называемый баллон. Местные называют. Ух, у нее челюсти жуткие. Вот она. Рыба-баллон. Сейчас, погоди, мы тебя сейчас. Она надувается еще, шипит. Да стой ты. Что, у тебя глаз-то где? У тебя один глаз вижу, а второй-то где? А, во. Ну какая. Есть рыба. Рыба, 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 рыба. Есть. Интересно, что за рыба там? А, каменный окунь, похоже. Точно. Это каменный окунь, друзья. Клюнул на выбросе. Стой, 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 стой. Смотрите, какой красавчик. Поэтому вот так тебе сейчас покажем. Вот. Красавчик. Сейчас тебя отпущу. Реалик 35 в 11 цвете сработал. А, вес 3 грамма. Ну что, давай беги, подрастай. Так, давайте-ка еще разок забросим. Так, поклевка была. Еще одна. Ах ты, еще. Ну, скорее всего, резину уже потянули всю. Так, давай-ка мы проверим сейчас нашу резину. Скорее всего, ее потянули всю. О, даже от нее ничего не осталось. Сейчас поменяем. Так. Реалик в 11 цвете. Опять поставим. На него поклевочки были. Так, реалик 11 цвет. Давай-ка посмотрим, если там еще поклевки у нас будут ли, точнее. Опа! Есть, 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 есть. Еще одна рыбина.
Будем надеяться, что это тоже каменный окунь. Нет, какая-то серебристая рыбка. Ух ты. Эту рыбку я еще не ловил сегодня. А это карась морской. Да, морской карась. Стой. Сейчас я тебя освобожу. Смотрите, красивая рыбка соблазнилась. Ну, у тебя бы размером, конечно, побольше бы. Что-то мне тебя боязно брать колючку такую в руки. Дай-ка я тебя щипцами тогда возьму. Стой. Вот. Тут его прям колючки со всех сторон у тебя торчат. Сейчас я тебя пущу. Итак, я сейчас хочу половить на Мирокс от Джары Бейтс. Опять же, 3 грамма. Ну что, попробуем? Опа, есть! Есть, 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 есть! Еще одна рыбина! Ах, какая поклевка! Так, а это уже у нас, похоже, каменный окунь. Маленький, но каменный окунь. Вот красавица какая! Так, ну эту рыбу я уже не боюсь, я возьму ее руками. Я знаю, что ее можно взять, брать руками. Так, стоять. Красавица какая! Давай-ка я тебя сейчас тоже сфотографирую. Отлично. Смотрите-ка, первый заброс, Мирокс и поклевка. Очень приятно. Так, ну что, еще раз проверим. Давай, Мирокс, не подведи. Принеси мне крупную рыбу. Опа, есть! Есть, 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 есть! Еще одна! Еще одна рыбина! Отличная поклевка! Так. Еще одна рыбина. Вот она. О, это экземплярчик покрупнее уже. Это приятно. Вот он, красавчик. Так, ну что? Так, я тебя возьму сейчас. Вот так вот. О, ты красава. Так. Это каменный окунь называется.
Ох, есть! Ох ты, это что-то хорошее! Ах, хорошая поклевка. А не крупная рыбка опять. Ну-ка. Давай-ка. Опять того же самого. Вот она красавица, еще одна. Вот она. Красавица. Реалик от жары Бейтс. Хорошо выручает на морской рыбалке. Сейчас я тебя, подожди, сниму. Стой, отпущу. Стой. Сейчас мы тебя отпустим, подожди. Вот она. Красавица какая. Тихо. Сейчас тебя отпущу, все. Все, смотри. Все, беги давай. Отпускаем? Давай. Оп. Все. Уплыла красавица. Так, ну что, мне сегодняшняя рыбалка нравится. Ух ты, вот это да. Опять была поклевочка такая, потяжка в толще воды. Но попробуй пелагикой провести тогда. Нападение, если была поклевка, то, возможно, в толще есть рыба. Не берусь утверждать, но предположу. Хотя, если была поклевка, возможно, резину стянули, и она играет неправильно и не привлекательно для морского хищника. Да, давайте проверим. Да, как я и предполагал, резинка стянута. Давайте мы попробуем сейчас тогда в толще воды провести пелагикой. Если уж была поклевка у нас на падении. Так, ну что, попробуем. Возможно, удастся поймать другой видовой состав пелагическим джигом. Так, хорошо. Сейчас попробуем чуть еще больше заглубить нашу приманочку. И посмотрим на результат. Давай-ка еще разок. Сейчас проведем в более глубоком горизонте нечто приближенное к дну пелагическим джигом. Посмотрим, принесет ли нам это какой-то результат. Да. Пелагика что-то никакого результата не дает. Давай сейчас попробуем проводочку сделать с классическим джигом тогда. Да, давайте забросик сделаем с классическим джигом и посмотрим все-таки на разницу.
Итак, у нас сейчас классический джиг. Я очень сильно надеюсь на поклевку. Ух, ё, вот это да. Ух, все-таки классический джик работает. Но предположу, что опять резинку сняли. Ух. Да, друзья, классический джик все-таки балует поклевками. Да. Срезали хвостик у нас. Отожрали. На, попробуем без хвостика, посмотрим, как у нас отработает реалик без хвостика. Также классический джиг. Море немножко волнуется сегодня. Как-то не совсем приятно. С берега ловить не представляется возможным, потому что волна очень сильная, в берег бьет. И получается, как минимум метров 5 у тебя съедает это волнообразие. Ты хочешь закинуть подальше, а не получается. Но приходится ловить с пирса. Так, ну что-то я не понимаю, поклевок нет, с оторванным хвостиком, хотя я, смотрите, есть поклевка. Есть. И рыбка есть у нас. Так, что у нас за рыба? Смотрим. Да, та же самая красавица у нас, смотрите. Опа-на! Красотулина! Да, стянули резинку, так я и предполагал. Давай еще заброс. Ух, ё! Ух, о! Вот это да, отдай удилище, поклевка, блин! Ух! Вот это да! Интересно, что там за рыбка, но я думаю, что не крупная. Но поклевка мощнейшая, ух! Вот она. О! Каменный окунь. В очередной раз нас порадовал своей поклевкой каменный окунь. Вот она. Замечательная рыбка. Смотрите, какая рыбка красивая. Давай я тебя сейчас отпущу. Есть, 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 есть. Есть. Есть поклевка. Хорошая поклевка. И хорошая рыбина сидит. Вау. Вот это что за рыба? Ох ты! Ого! Это красавица рыба. Я не знаю, будешь ее есть? Будем. Будешь? Ашмави! Давайте к другому в гости. Давай туда, в вагоне. О!
Есть. Есть. О. Уго. Рыба, 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 рыба. Так, и что у нас за рыба? О, красавчик. Не бросайте, это съедобное. Что, ты заберешь ее? Да, я ему это дам. Эй, Джанаби! Эй, Джанаби! Давай тебе. Видишь, хотят тебя съесть. Тебе хотят съесть. Да ёпрасы ты. Сейчас, 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 сейчас. Там зубы в три ряда у него. Это икра, что ли, у него здесь? А? Икра, что ли, у него? Это говно, наверное. Забирай. Я не знаю, как держать даже, поэтому... Держи. Не колется? Да не, не. Ну вот все. Рыбу забрали. Сожрать. Я утяжелился сейчас до 5 грамм. А местный товарищ подошел. Сейчас на дальнем забросе у него там сразу поклевка была. Это они ловили, он ловил на креветку. Но мы по традиции ловим на силикон. Креветка нам не интересна. Будем ловить, продолжать на силикон. Опа, есть, есть, есть рыба. Есть, 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 есть рыба. О, еще один каменный окунь. Что, отдадим тебе на питание-то, нет? Или маленький отпустим? Ага, 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 есть, есть, есть. О, хорошо, барбун. Будешь? Да, да, но барбун. Заберешь. Хорошо. Сейчас. Ну вот. Вот он. А, Шайдер. Аджара Бейтс. Сделал свое дело. Шарнир 3 грамма. Блин. Так, поклевка была и сход. Ну, уже лучше. Что-то как-то... А то было совсем не грустно. Но опять же, предположу... Это какая-то небольшая рыбка. Да, приманку обгрызную так и оставим. Я думаю, что может рыба клюнуть на огрызок монки.
Опа, есть. Есть рыба. Не крупная рыба. Скорее всего, фугу. Не. Маленький каменный окунь. Соблазнился огрызком. Давай мы тебя отпустим сейчас. Мучить долго не будем. Вот. Куда ты прыгаешь? Что на меня? Вот он-то, красавчик. Такая красивая рыбка. С синеньким пятнышком. Давай беги. Расти. И в следующий раз клюй крупненьким. Ну, уже лучше. Сегодня одна рыбка в руках у меня побывала. Уже хорошо. В данный момент переключился на отводной поводок. Поставил я приманочку Квинси от Jara Baits. Она плавающая. Надеюсь, что за счет своей плавучести она будет находиться в толще воды. Приманка и провоцировать рыбу на поклевку. Проверим, что из этого получится в данный момент. Сегодня вообще какая-то аномалия, полное отсутствие клева. Я уже перепробовал джиг, пилькер, вообще никаких контактов. Надеюсь, отводной поводок сможет меня выручить. Ух ты! Так, снимай. Поставил отводной поводочек и что-то вдарило на отводной у нас. Ну-ка посмотрим. Ух, уху-ху. Ох, какая рыбина. Ух ты. Вот это да. Вот это рыбина. Сейчас тебя. Ох ты. Хорошо. Что хочется сказать в довесок к рыбалке. Значит, Средиземное море, оно уникально. Есть каменистое дно, есть песчаное дно. Значит, рыба в большей степени привязана к аномалиям дна. Либо она крутится возле пирсов, ввиду того, что туристы подкармливают рыбу хлебом, там крутится мелкая рыбешка, к ней подходит более крупная. Охотясь на более мелкую. А есть еще в Кемере парк Юрук, где тоже можно половить довольно-таки успешно. Но мне не улыбнулась удача. Там нужно ловить на пилькеры, воблерочки, сотые, 110-е. И можно словить рыбу леврек. В 2019 году у меня был успех поимки данной рыбы. Опять же, на воблер. С берега я ловил в ближайшее время, значит, на шарнир 2-3 грамма. Рыбка есть, поклевывает. Размер оставляет желать лучшего. Ну, собственно, выбирать не приходится. Как есть, так и остается. Время на рыбалке летит незаметно, поэтому надо бежать, собираться и улетать обратно домой в Москву. В Москве холодно, здесь тепло. Но, как говорят французы, c'est la vie. Вот, друзья, я половил на Средиземном море, за окном ноябрь, в Москве уже холодно, а здесь 20 с лишним градусов тепла, что очень приятно. Значит, рыбка поклевывала, даже в момент тотального бесклевья
я свою рыбу поймал, переключившись на отводной поводок с приманками Жара Бейтс. Ввиду того, что они плавающие, в толще воды приманочка идет, и соблазняя капризную рыбу. Собственно говоря, все как в Москве. Спиннинг Бенкей меня не подвел, катушечка тоже. Ну, что могу порекомендовать? Тем, кто направляется на рыбалочку в Средиземное море, точнее, на Средиземное море, можете взять тот арсенал, который используется у нас в России. Это джиг, джиг-рик, я его тоже пробовал. Собственно, рыба клюет, приманки. Мне очень понравилось, как работает Жара Бейтс, Реалик, Монки, Мирекс. В том числе большие приманки 50-го размера Рудер. Ну, собственно говоря, не очень понравились. Точнее, рыбе они не очень понравились. И приходилось переключаться на размер 35 миллиметров, потому как рот морской рыбы не такой большой. Она быстро хватает и быстро убегает. Ну, собственно, как-то так. До встречи на рыбалке. Пока.